Сегодняшняя тема. В 2020 году мы почти отказались от макияжа под защитной маской, а то и дома на карантине, кажется, что краска никому и не нужна. Звезды из галереи не стали исключением, явить себя миру во всей красе желают знаменитости всех возрастов, и 70-летняя певица Надежда Бабкина, и 20-летняя дочь актера Джуда Лоу Айрис. Елена Захарова, Анна Нетребко, Татьяна Навка так восхитили фанатов селфи без штукатурки, что они посоветовали своим любимцам и вовсе отказаться от макияжа. Возможно, звезды последуют этому совету и станут выкладывать еще больше снимков а-ля натюрель. Саше Бортич и Агнии Дитковските собственная откровенность на пользу не пошла, первую назвали уставшей, вторую сравнили с коллегой по звездному цехому. Главные звездные красотки. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.